Нововятский лыжный комбинат попал в поле зрения правоохранительных органов. Кировские полицейские выявили преступную схему по незаконному возмещению НДС на предприятии. Михаил Конышев с подробностями. Схема, по которой работал генеральный директор Нововятского лыжного комбината, была проста. Он напрямую договаривался о поставках оборудования на предприятие, а потом перепродавал его через подставные фирмы, каждый раз увеличивая стоимость. В итоге с 68 миллионов сумма возросла до 317. По указанию генерального директора Нововятского лыжного комбината Владимира Сысолятина, работниками предприятия были составлены и поданы в налоговую инспекцию декларации, которые не соответствовали действительности. В результате государством был возмещен НДС в сумме 38 миллионов рублей. Мы нашли всех. Он еще этого не знает. Нашли всех хозяйствующих субъектов, аффилированных структур. Опросили, установили. Это оборудование не только не поступало на их предприятие, они никогда о них не слышали, об этом оборудовании. Оно напрямую было поставлено сюда, в Киров. А стоимость завышена. Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий. В ближайшее время генеральному директору Нововятского лыжного комбината будет предъявлено обвинение. Михаил Конышев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.